Здравствуйте, сообщество блокчейн. Состоялся прорыв в области сбора данных. Wyves Enterprise запустил в основной сети службу оракула данных, которая позволит децентрализованным приложениям стать более гибкими и развернуть новые функциональные возможности. Оракул данных — это сервис, который позволяет пользователям передавать данные из сторонних источников в основную сеть. На сегодняшний день Wyves Enterprise запустили первого оракула, реализованного в основной сети с одним источником данных, а именно биржа Wyves, используется для записи обменных курсов. Следующим шагом Wyves Enterprise является создание гибридных оракулов, которые позволят использовать сервис и настроить передачу данных для своего приложения. С вами была Алиса и новости KCN. До встречи!